Вчера губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым было подписано постановление о внесении изменений в постановление, которое было подписано раньше. Что это обозначает? Это обозначает то, что огромная просьба, только эта просьба уже довольно-таки убедительная. Мы уже буквально 2 недели как просим наших граждан, особенно тех, кто к нам сегодня приехал, чтобы люди не ходили. Не ходили по магазинам. У нас сегодня в городе создано все для того, чтобы наши пенсионеры, люди, которые заболели, которые плохо себя чувствуют, да, чтобы они могли позвонить в соцзащиту, могли позвонить нашим волонтерам. И вы поверьте, если кто-то в этом сомневается или кто-то думает, что это не так, попробуйте позвонить и увидите, что к вам придут на помощь. За вас сходят в магазин, за вас сходят в аптеку, за вас вынесут мусор. Вы понимаете, то, что сегодня есть, это действительно огромная беда. Сегодня очень много в соцсетях тех людей, которые говорят, что это неправда, что это политические вопросы, что все это фейк. Давайте мы, знаете, как с вами будем об этом рассуждать после всего, как закончится. Вот когда это все закончится, когда эта вся эпидемия у нас пройдет, мы потом будем говорить, правильно все мы делали или неправильно. А сегодня, вы знаете, уже эта просьба, наверное, будет переходить в такую просьбу довольно убедительную. Потому что сегодня очень много, особенно тех людей, которые к нам приехали на выходные, а нам приехало на выходные более 13 тысяч людей из других регионов. И когда мы встречаем на улице и говорим, почему вы ходите, почему не сидите дома, говорят, а что дома, а хорошая погода, а мы хотим погулять, а ничего этого нету, это не страшно, все это не так. Эта болезнь действительно не страшна. Это обычная болезнь, которая лечится. Эта болезнь страшна, коронавирус, тем, что от него заражается, моментально заражается большое количество людей. И представьте себе, что если взять на Зарайский округ, у нас на сегодняшний день готовых 18 коек. И страх в том, что если придет одновременно 50 или 100 человек, мы просто не сможем всем оказать помощь. Еще раз прошу вас всех, люди добрые, будьте дома, не выходите, звоните по телефонам. Я вам сейчас дам телефоны, те, по которым вы можете позвонить. Запишите их, пожалуйста. Значит, соцзащита 254-54, 249-96, 250-02. Волонтеры 242-19, 240-48. У нас еще также есть убедительная просьба к тем, кто хочет стать волонтером. Мы сегодня нуждаемся в этих людях. У нас на сегодняшний день 47 волонтеров, но если у кого-то есть желание, у молодых людей прийти и помочь, помочь нашим пенсионерам, помочь нашим больным, мы будем рады вас видеть. Постановлением губернатора с 29 числа, с 20.00, закрыть все детские площадки, все парки, все места массового скопления. Вы видите сегодня, да, что нам пришлось оградить лентами. Мы сегодня закрыли не только эту площадку. Почему? Потому что вчера еще буквально на этой площадке в 19.00 находилось более 30 человек на этой площадке. Люди были разного возраста. С сегодняшнего дня мы, можно сказать, повесили замки на все парки, скверы, на все детские площадки. Так что, дорогие жители, вы на нас не обижайтесь, потому что это просто мы делаем то, что необходимо делать. Без этого не обойтись.